26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Волонтеры Волховского городского дворца культуры в этот день провели акцию, на которой опрашивали прохожих о вреде употребления наркотиков и выдавали информационные брошюры. Употребление наркотиков наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организационной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие. Сегодня день отказа от наркотических веществ, и наша цель, чтобы сократилось те люди, которые употребляют наркотики. И мы узнаем у людей, насколько много они знают о наркотиках и что они о них знают. Ну, на удивление, познания очень велики. То есть они отвечают почти на все вопросы. То есть они достаточно много об этом знают. Наркотики – это зло, это вред, их употреблять не надо. Это только портит и садит ваш организм.